Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем подготовку к зиме. Отрегулировали лампу керамика в трубе. Вот эта труба, бачок. Вот эта лампа. На дне, видите? На дне. На БТГ систему отрегулируют, то есть ток она не тратит. Видите? Не видно ни хрена. Вот, видно. Счетчик стоит. Так, как отрегулировали? Отрегулировали, применяя реле-оброн. 0,1 секунды, 0,7 секунды. А также применяя шим. Так как эта лампа у нас на 100 вольт. Поставили 100 вольт на шиме. То есть для нее 100 вольт это полная мощность. И вот она работает через реле, то есть на импульсах. Вот она. Сейчас замерим тепло. Так. Сто 71 градус. Сейчас еще померим. 175. Ну это вот тоже китайская вот эта фигня. Тоже не точно. Сто 79. Ну, в общем, где-то, ребята, 180 градусов и выше. Думаю, до 200 дойдет. То есть вполне нормально. Тепло поднимается отсюда и наверх, а холод сюда вниз опять. Потом, то есть, конвекция идет. Конвекция. Таким образом можно обогревать, ребята, любые объемы. Я думаю, до 100 кубометров. До 100 кубометров можно обогревать без проблем. Вот она. То есть лампа это не светит, ребята, а только греет керамика. А сейчас я покажу схему. Итак. Схема на реле Амрон и на шиме. Итак, труба, бывший бачок, на дне лампа. Вот патрон на дне прикреплен, тут выходит провод. Подставка. Провод, значит, выходит, двужильный, шим, 4 киловатта шим, то есть довольно мощный для такой лампочки. Лампочка 100 ватт, ребята, всего, но греет, как видели, капитально. Далее. Фаза и ноль, это фаза выходит. Значит, шима выходит, заходит на лампу фаза и ноль и выходит фаза и ноль. А здесь стоит реле Амрон на фазе. То есть разрыв на фазе. Вот так. Ноль 0,1 секунды, ребята, зазор маленький, и 0,7 секунды. Так как лампа, вот керамика, имеет 100 ватт, отличную тепловую инерцию, то она не успевает остывать. За 0,7 она не успевает остывать, и тут же получает еще. То есть
Мы подали ток, лампа нагрелась, и уже она подает ток назад. А мы выключили, то есть ток не греет источник питания, а греет саму лампу. А когда мы выключили, ток за 0,7 секунды возвращается назад, откуда пришел, который получили за 0,1 секунды. И получается, значит, нулевое потребление 0 ватт, а разогрев вы видели 180. Сейчас еще замерим разок. Последний замер 180 градусов. Да, 180 больше не показывать. То есть нагрев 180 градусов по Цельсию. Значит, тепло идет наверх, ребята. Поднимается, аккумулируется здесь и идет наверх. А холодный воздух обратно в трубу. То есть естественная конвенция. То есть холодный, теплый поднимается, а холодный его выталкивает. И вот такой круговорот. Круговорот идет. Естественная конвенция, никаких вентиляторов там. Писали ребята вентилятор, не надо ничего. И так будет нормально. Вот такая схема. Благодарю за внимание. Всем удачи, стального железного здоровья и исполнения всех желаний.